Победы не даются легко, а удача приходит к тем, кто умеет ждать и усердно трудиться. Маргарита Казанская убедилась в этом на своем опыте. Несколько лет усердной работы привели сразу к нескольким крупным победам. Не так давно Маргарита представляла нашу страну на летней универсиаде в Италии. Сразу после – успешное выступление на первенстве России для юниоров. В итоге – заслуженная золотая медаль. После универсиады, после атмосферы, та, которая была, вдохновилась очень на победу, была очень настроена, заряжена. Все поединки, выходила с уверенностью, даже если где-то уступала, где-то были равные в счетах баллы, то все равно была уверена, что победа будет за мной. Так и случилось. Финальный поединок Маргарита выдержала с честью. Девочка очень титулованная была, неоднократная победительница и призерка первенств Европы, чемпионатов России. С ней бой тоже был на равных почти, немножко уступала в последнем раунде по баллам. Довела бой до дополнительного золотого раунда и уверенно взяла балл в жилет и вырвала победу. Основной тренер Маргариты Артур Кан. Во многом она обязана ему таким успехом. На занятиях Маргарита выкладывается полностью, тренируется с большим желанием, подает пример другим ребятам. Вот так вот посмотришь на нее, не скажешь, что она такая вот титулованная, сильная спортсменка. Там вот на соревнованиях сидели ребята, которые там или врачи, или вот просто кто пришли посмотреть на первенство России. Просто смотрели и удивлялись, как такие хрупкие девчонки выходят и такие бои показывают. Зрелищные, мощные, вот очень жесткие удары. Маргарита улетает в Крым на подготовительные сборы. В начале сентября ее ждет первенство Европы в Швеции. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.